Ребят, я что-то никак не отойду от свадьбы. В хорошем смысле, конечно. Я как-то хотел сказать больше, чем сказалось вчера. И пускай вот эти три попури позиции Ланы Дель Рей, Честер Беннингтона, Царство Небесное, и Алексея Рыбникова доскажут. Потому что, мне кажется, музыка — это сильнейший из искусств. Кино, конечно, главнейшее, или как там говорится, важнейшее. Важнейшее, вот. Но музыка — это самое сильное. Когда вчера ведущий спрашивал, кто сколько знает Ваню, надо было не цифру назвать, надо было сказать, блин, больше, чем 200 лет. Поэтому, Анют, мы, конечно, все видим, что передаем Ваню в надежные руки, но еще раз, ты его береги. А ты, Вань, понятное дело, береги Аню. Вот. Ну, я, конечно, не Лана Дель Рей. И мне было лень транспонировать свою тональность, и я поэтому буду завывать в ее тональность. Но мне так легко не дается. Ля вторая октава, как ей, но в общем, блин. И вот это вот фа в большой октаве немножко фальшивит, раздражает, но никуда не денешься, настроен потом. В общем, все, я заткнулся. Три, четыре. Every little thing I do, I tell you all the time.
this way before, so insecure.